Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель, других общин, которые в содружестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Хочу еще раз сказать вам шаббат шалом. Как вы добрались в это утро сюда? Прекрасно. Но я как слышал, что не так прекрасно по средам добираться сюда. Тяжело, наверное, да? А? Три человека сказали аминь, остальные промолчали. Но ничего, ничего. Когда-то Бог постучится к вам. Амен? Что вы так напряглись? Ой, рад быть дома, еще раз скажу. Все те, кто смотрит нас в прямом эфире, она смотрит довольно непростая, как бы сказать, аудитория по всему миру и начинает просматривать нас с того момента, как мы только зашли сюда. Часто я начинаю смотреть, особенно когда я за границей, смотрю наше собрание, включается эфир чуть-чуть раньше. И вы понимаете, я смотрю, что происходит на сцене. И думаю, Боже, что бы им сказать, постучать через окно, интернета бы. Вот это бы хорошо было. Вы знаете, я очень рад быть в доме, или дома, но так же и в Доме Божьем, где двое или трое собрались во имя Господне, там Господь. Но знаете, больше всего, Он не приходит, когда мы собрались. Он уже здесь, когда мы еще не пришли. Но Он прославляем тогда, когда люди собираются. Хотя и мы говорим, 3 миллиарды ангелов. Я не знаю, сколько их там на небе, не считал. Вообще-то еще там не был. Да. Много, да. Кто-то был, может, посчитал, но я еще там не был. Но Писание говорит, что их множество. Они славят Всевышнего, но по какой-то причине Писание говорит, что ибо так возлюбил Бог мир, тебя и меня, что Он послал Своего Сына Иешуа, Иисуса из Назарета, еврея, чтобы спасти весь мир. Удивительно. Для нас это может быть удивление, но сегодня я хочу говорить о теме, которая затрагивает очень многих из нас. В старые времена, возможно, и сегодня, когда хотят проучить или напугать юнца либо девицу, говорили: Господь видит все. Да? Когда мы говорим, Господь видит все, что мы подразумеваем? Да, то, что Он все видит. Когда мы детям говорим это, мы подразумеваем, не ври, не обманывай. Ты это делаешь, ты можешь это делать, ты меня обманываешь, Бог видит все. Да, вот сам смысл этого состояния. Бог все видит. И мы так людям говорим, если ты нас меня обманешь, ты знаешь, что Бог все видит. Это часто ассоциируется с обманом, что Бог, хотя и не видим, наблюдает за всем в мире. Мне нравится, что они наполняют целые бокалы. Оно разливается немножко, но ничего. Чаша наша преисполнена. Амин. И ассоциация это идет о том, что идет обман. И хотя мы не видим Бога, но мы понимаем, что Он наблюдает за всем свыше. Мы мало используем это имя, всевидящий Бог. Да? Потому что подсознательно знаем, что Он всевидящий, и нет твари сокровенного перед Ним.
которая могла бы скрыться. Куда я пойду от лица твоего? Пойду на край земли, и ты там. Спущусь, и ты там. Подожди секунду, вроде бы там преисподне нас говорили, что там бесы и все остальное. А Бог говорит, и я там. Куда уйти от лица твоего? Не могу. Почему? Потому что подсознательно у верующего человека есть состояние, что Бог, Он является Всевышним, и Он смотрит, Он наблюдает за всем, что происходит. И по умолчанию видим только наказывающую сторону многогранности Бога. Когда мы говорим, что Бог всевидящий, подсознательно, по окончании этого смысла, мы подозреваем, что Он как бы... Его имя, вот этот всевидящий, имя наказуемого Бога. Давайте мы посмотрим через Писание. Потому что однажды еврейский поэт Хаим Нахман Беляк сказал, чтение Библии в переводе – это как поцелуй невесты сквозь вуаль. Интересное высказывание. Потому что как верующим людям нам нужно научиться не просто читать Библию как настольную книгу перед сном или проснулся, чтобы зачитать ее. А то, что ты читаешь, твоя жизнь не меняется. Нужно усматривать, нужно разбирать его. Мы ехали сюда с мамой, и она говорила что в советское время... Все КГБисты, то есть все те, кто брали в КГБ, должны были чуть ли не наизусть знать Библию, чтобы могли работать с теми, которые называли фанатиками, те, кто были верующими. И от того, что они знали Библию, с такими я встречался, когда меня вызывали на допросы, они от того, что знали Библию, не становились верующими людьми. Вы понимаете, о чем я говорю? И он говорит, чтение Библии в переводе это как поцелуй вашей невесты сквозь вуаль. Тора предлагает нам увидеть многогранность Бога в его функциональных именах. И одно из них – Всевидящий Бог. И на иврите означает «эль-рои». «Эль-рои». Повторите, вот, скажите соседу. «Эль-рои». Иврит начинается сегодня. Эль-Рои. Эль-Рои буквально в смысле переводе как означает Бог, который видит меня. Эль-Рои. Он видит меня. Но знаете, хотя и мы видим, это есть бытие, начало этого имени, и в Псалме 22 Давид пишет, любимый наш Псалом, Господь, пастырь мой. Вы знаете, там оно произносится немножко иначе, меняется одна лишь буква, но произношение похоже. И мы говорим в первом варианте «Бог видит меня, Эль-Рои», то во втором «Господь пастырь мой» больше произносится как «Эль-Роэ». «Эль-Роэ» звучит одинаково, напишется по-разному. Хотя и разница в произношении, и в иврите есть в написании даже, но они совместно функционируют. Бог не только видящий, но и путеводитель. Что означает пастор? Путеводитель. Вот это слово, эрои, кто ведет нас, как гид, проводник, руководитель. В чем смысл? Бог видит нас с вами, наблюдает не только для того, чтобы наказать за всякое проделки, но как Бог, Он есть любовь, смотрит на нас через любовь свою человечеству и как пастырь направляет нас к стезе праведной ради имени Своего. Услышьте концепт, который я хочу вам сказать. Бог видит меня. Бог видит меня. И это слово созвучно, Он как ведет, Он смотрит и ведет.
Но когда мы понимаем, что Он только видящий, you know, Бог всевидящий, и понимаем, что как будто вот это слово наказуемо, что ничего не сделать, потому что Бог накажет, мы ошибаемся. Мы ошибаемся. Да, в действительности мы наказуемы по поступку, который мы делаем, и этими же грехами как бы мы отплачиваемся. Но смысл заключается немножко глубже. И мы с вами рассмотрим все то, откуда начинается, где мы встречаем первое имя, которое говорит, что Бог всевидящий. Мы читаем ситуацию женщины по имени Агарь, которая родила Аврааму сына по имени Измаил, впоследствии ставший отцом арабского населения. Хотя все мусульмане признают его своим отцом, но не все мусульмане арабы. Услышьте? И тогда еще не было мусульманской веры. Потому что у нас подсознательно мы относимся к Агаре как к негативу, что она стала последствием мусульманской веры. Извините, здесь надо копать глубже и дальше, и усмотреть что-то большее. Если вы хотите понять арабо-израильский конфликт Ближнего Востока, нужно вернуться к отношениям Измаила и Ицхака. Только так можно увидеть, почему, в чем суть, в чем корень проблем, которые сегодня мы наблюдаем в Ближнем Востоке. И все же, где мы встречаем это имя? Элоим. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем. Ты Бог, видящий меня. Элоим. Она назвала Всевышнего этим именем, который говорит, ты Бог, который видящий меня. Ибо сказала она, точно я видела здесь след видящего меня. Посему источник тот называется Берлахаймарои. Интересно. Имя Ишмаэль. Да, оно трактуется как буквально перевод «Да услышит Бог». В чем суть? Давайте сделаем короткий пролог данному отрывку. Мы посмотрим, что, с чего это начинается. Авраам получает откровение от Бога. Какое откровение Всевышний дает Аврааму? Ты выйди из Ура Халдейского, я дам тебе землю в наследие. Я сделаю тебя отцом народов. Авраам получил откровение от Бога оставить свой народ, свою семью, идти в землю, которую должен получить наследие от Всевышнего. И на тот момент ему было 75 лет. 75 лет. И он пошел искать свое счастье, если можно так сказать. Человек пошел искать свое счастье. Бог дает ему откровение, он говорит, ну хорошо, почему? И он идет, да? И идет получить откровение. Саре же, жене Авраама на тот момент, она была где-то моложе его на 9-10 лет. На 9-10 лет. И примерно ей было 66 лет. И она хотела тоже иметь немножко женского счастья. Вы поймите, да? Чего женщине нужно? Вот если простите, что тебе надо? Чтобы у нее был уют дома и чтобы было полное горстка детей. Хотя бы одного. Она пошла за своим счастьем тоже, следуя за Авраамом. И иметь немного женского счастья. После 10 лет стараний, да? Ну, люди понимают, о чем я говорю. После 10 лет стараний, после того, как Бог пообещал, что у них что-то будет, они сдались. Как у нас говорят, ты плохо праздновал Шаббат. Да? Они сдались. У них пришло разочарование. Они начали думать, что, может быть, обетование не сбудется. Потому что надеялись. Сара потеряла всю надежду
Она была разбита, раздавлена всеми обещаниями. Знаете, как у нас говорят, да-да-да, обетянка-тетянка дурному радость. Да? Да-да-да, болтает, а только обещает, ничего не делает. Люди разочаровываются. Авраам не надеялся же ни на что. Вообще, после 10 лет, наверное, понимаешь, уже возраст не тот. Стараться же стало трудно. И тут Сару понесло. Ты говоришь, знаешь, вот старость, не радость, да? И понесло Сару. И она сделала грандиозный план спасения семьи. Спасение обетования, которое Бог дает. И мы, говорит она такая, у меня есть подсадная утка, то есть, извините, то есть Агарь. Есть Агарь. Давайте почитаем. Первый стих 16 главы Бытие. Но Сара, жена Авраамова, не рожала ему. У ней была служанка-египтянка именем Агарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рожать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее. Авраам послушался слова Сары. Взяла Сара жену, взяла Сара, жена Авраама, служанку свою, египтянку Агарь, по истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Ханаанской, то есть после 10 лет попыток, и дала ее Аврааму, мужу своему, в жены. Да? И он пошел к Агаре. Все вроде бы идет по плану, Сара говорила, слушая, что происходило в том соседнем дворике. Но это были планы только Сары, а не Бога. По-человечески Сару можно было понять. Кто бы ни пошел бы на такое преступление. Сегодня людей можно понять, почему они делают одно или другое, потому что от безысходности. Потому что у них были надежды, у них были возможности. Они пытались, но ничего не происходило. Да и Авраам, думаю, не против был попробовать что-нибудь иное, отличающее от обетования Божьего. Попробовать. Возможно, досталось что-нибудь хорошее. Но знаете, как говорится, терпец оборвался. И пустились они в крайности для исполнения желаемого. Бывало ли у вас такое, что вам уже надоело ждать то, что было обещано? И у вас терпец оканчивается, и вы кидаетесь в разные стороны, чтобы исполнить то, что вы хотите, то, что вы хотели. То ли это бизнес, то ли отношения в семье, то ли вообще какие-то другие вопросы. А Бог говорил, я тебе даю обещание, что-то изменится, поверь. Ведь когда Бог дал обещание Аврааму, он поверил ему и пошел. Это вменилось ему в праведность. Что-то случилось по дороге. Я читаю дальше. Он вошел к Агаре, и она зачала. Увидев, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму, в обиде моей ты виновен. Я дала служанку мою в недра твое. А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьею между мною и тобою. Я так думаю, что-то я не понял. Сара обвиняет Авраама за провал ее идеального плана спасения семьи. Она имела план, а Авраам за это заплатил. Как это вообще возможно? Я вообще поговорил бы об этом немножко, как бы имея небольшой опыт в семейной жизни, но оставлю это для вопросов именно для консультантов, чтобы они это разбирались. Но в сути Авраам делает то, что каждый глава семьи в конце концов делает. А именно, последнее слово остается за ним. Да, дорогая, це був я.
Но посмотрите, Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что хочешь. И Авраам сказал: не жена она мне больше, не жена. Делай с ней, что хочешь. Но давайте вернемся к Агаре. Хотя у многих христиан к ней очень негативное отношение. Реально, вот как бы смотришь, разговариваешь, и потому что сравнивают ее как закон, старый Ветхий Завет с новым, да, вот как бы такой благодать и закон. И Агарь негативный какой-то образ для многих из нас, но давайте, в этой истории есть глубина, с которой нужно разобраться именно в Писании, то есть ее разбирать нужно, Библию изнутри. Что же с ней произошло? Кто-нибудь вообще понимал, что с ней произошло? Да. Вот нет, вы не понимаете, если я буду говорить, вы не поняли, что с ней произошло. От избранной, доверяемой в жизни, верной и любимой, она превратилась в отверженную и нежеланную. Она была слугою, то есть она была слуга, доверенная слуга. Ей доверяли секреты. Ей доверили даже то, чтобы сделать то, что, может быть, не входило в планы иногда. И вдруг из доверенного, любимого человека, потому что Сара ей доверяла, она ее любила, 10 лет она была с ней, да, она превращается в отвергнутую и нежеланную. Человеческая природа падшего человека просто проснулась в Саре. Просто подумайте, что с ней произошло. Вспомните свою жизнь. Как это бывает? Это был самый тяжелый день в жизни Агари. Когда она попала, как Авраам говорит, это твоя служанка, то есть слуга, делай с ней что хочешь. Это был самый тяжелый день, но и не самый легкий. Хотя у многих из нас такие дни превращаются в недели, месяца, даже, может, годы. Но это называется жизнь. Услышите меня? Это жизнь. Авраам и Сара были Божьей семьей, избраны в Божий план спасения мира. И поэтому не удивляйтесь тому, что происходит с вами. А часть их семьи была Агарь. Обетования не делают нашу жизнь легкой. Мы привыкли, что если Бог что-то пообещал, то оно должно быть легко, прекрасно, и двигаться должно быть правильно. Или я ошибаюсь? Самое интересное, что обещания не делают жизнь нашей легкой, но наоборот, жизнь начинает бросать нам вызов веры, где Бог видит нас победителями. Он смотрит на нас другими глазами, но только теперь не без Его участия. Когда мы были неверующие, мы делали, что хотели. Когда мы получили обетование, это означает, что Бог хочет участвовать в исполнении того, что Он обещал для нас. Его присутствие, видящее нас и наблюдающее за нашим поведением. Аминь. Вы должны это понимать. То, что Агарь переживала, это то, что начиналось все так хорошо, как и у нас. Мы часть семьи стали, у нас есть какие-то обетования, у нас какие-то есть обещания, нам доверяют, мы открыты. И вдруг все, что начиналось так прекрасно, имеет свой поворот от благословения к отчаянию. Потому что она побывала в объятиях Авраама, получила то, что не могла получить Сара. И вы можете сказать, так она сама виновата. Как много из нас может сочувствовать ей. Как может быть кто-то, как бы, по слову такое, related, да, по-английски,
не только сочувствовать, а переживать то, что она переживала. Как много из нас были на ее месте. Не только в повседневной жизни, но и духовно. Многие из нас это переживают. Единственное решение, которое она предпринимает, это сбежать. Не решать вопросы, а сбежать, потому что давление было настолько сильно, что она убегает. И, конечно, вы скажете, так надо было не превозноситься. Правда? Надо было бы спокойно себя вести. Что, она сама же виновата. Все как у людей. Это семья не сверхъестественная. Это люди, которые, как и мы все, переживали. В чем же ее вина? Скажите, гордость материнства? Кто из наших сестер, которые были матерями, не гордились тем, что у них будет сын или дочь? За что? Гордость доверия, что доверяли? Кто из нас не был там? Когда нам доверяли, когда нам давали служение, когда нам просто открывались, да? И мы иногда, и как люди, по-человечески, мы брали это в свои руки и считали с этим делать то, что мы хотим. Невозможно ее обвинять во всех этих вещах, потому что мы такие же самые люди, как и она. И сказал ангел Господень: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: я бегу от лица Сары, госпожи моей. Вот тут я делаю паузу. И пункт первый. Можете себе писать, кто-то умеет себе возможность записать, пишите. Потому что, когда я проповедовал в Мексике, половина зала там писала. Интересно было побыть там. Хотя я уже говорил, я попал сразу в две страны, будучи в Израиле. Будучи в Мексике. Попал в Израиль, потому что видел, как будто как внешне, как Израиль, а дороги, как в Украине. Да? Вопрос первый. Откуда ты пришла? Откуда ты пришла? Такое чувство, знаете, что вопрос не стоял относительно ее побега от госпожи. Она отвечает: я убегаю от своей госпожи. Но когда я вот изучал это, смотрел на это все, я думаю, подожди, странный вопрос. Если ты, Господь, ты знаешь сердце, то понятно, откуда она бежит. Значит, вопрос стоит намного глубже. Намного глубже, который касается нашего состояния, как состояния Агари. Сегодня Бог задает вам вопрос, откуда ты пришел или пришла? Если немного разобраться в этом вопросе через призму библейского языка, тогда не только современного иврита, а вот библейского, основания вот значения, откуда ты пришел, оно связано не просто с местом побега, но напрямую связано с тем, что мы переживаем каждый год, на чем базируется еврейская вера. Исход. 23 глава, 15 стих. Наблюдай праздник опресника, все дни ешь опреснок хлеба, как я повелел тебе. И в назначенное время месяца Авив. Ибо онный ты вышел из Египта. Пусть не является пред лицем мое с пустыми руками. Когда я начал думать об этом, и вопрос именно связанный, откуда ты идешь, конкретно вот эта мысль, связанная с исходом, то, на чем базируется вот сама еврейская, христианская вера. Контекст этой идеи пасхального исхода из дома рабства стоит вопрос к Агаре. И смысл вопроса не в том, что откуда ты бежала, но откуда ты была взята. Откуда тебя приняли, которое связано с исходом и впоследствии связано с Пасхой, которая переживет весь мир через Иисуса Христа, через Ишуа Мессию, получив свободу. Вопрос понятен, нет? Вопрос глубокий. Откуда ты сегодня идешь?
Вы должны понимать это напрямую. Если вы спросите меня, откуда вы приехали, Ребе, сегодня, то есть, как бы, думаете, вот, знаете, где я живу, откуда ты пришел сюда? Я могу сказать, позавчера я только прилетел в Соединенных Штатов. Это как прямой вопрос. Как бы вот, откуда ты приехал? Но если вы спросите меня, вообще, откуда ты вообще пришел, откуда ты здесь в нашу голову взялся? Откуда ты нас взялся? Я начну, наверное, с истории. Обращение моей прабабки, ее сыновей, одним из которых был моим дедом. Я бы рассказал о маме, которая сбежала от религиозного консерватизма во Львов на учебу и встретила моего отца. Я бы рассказал о мальчике, родившемся в этой советской семье, которого дед купал, молясь о Божьем избавлении. Я рассказал бы о подростке, который засыпал на собрании подпольной церкви и в то же время пытался быть профессиональным спортсменом. Я рассказал бы мои сверхъестественные события и чудеса о Боге, который хранил меня от смерти, избавлял от преследования. Я рассказал бы о том, что в одно время он встретил девушку, этот парень, и женился. Рассказал бы об иммиграции, о трех сыновьях, которые у них, как Бог делал чудеса в их жизни. Я бы рассказал, что этот парень искал причину сверхъестественного в его жизни, когда он посещал мессианскую общину, где он часами плакал, когда приносили имя Бога и читали Тору. Я бы рассказал, где он согласился с его женой, еврейкой, вернуться обратно, где его жена, без которой бы всего этого не было, наверное, бы всего прекрасного, того, что происходит в этой прекрасной общине и в этом городе. Вот что бы я рассказал, откуда я пришел. Вы можете понять разницу. Если вы прямой, откуда я приехал, я бы сказал, позавчера прилетел с Америки. Но если бы вы спросили, откуда ты взялся на нашу голову, я бы рассказал бы о том, что я пережил. Иешуа – это единственная причина нашего возвращения к Богу. И подобно как рав Шаул, Павел, такие как Кифа, Андрей, Йоханан и многие другие мессианские евреи, которые приняли Иешуа личным спасителем, которым было благовестие открыто. Знаете, почему они это сделали? Потому что они увидели спасение, которое было обещано Богом. Они, оторвавшись от религиозного утопизма, такой утопии, религиозного осознания, может быть, того, что им надоело, этого мертвое состояние, познали живого Бога, Мессию. И оторвавшись от этого, знаете, что они приняли? Поругание, унижение, побои, распятие, убийство. Один всего лишь умер своей собственной смерти. Это был Иоанн, Йоханан. Всех остальных за то, что они верили в Мессию Израиля, в Иешуа, который стал обетованием, был обетованием, ответом для многих евреев, они просто отдали свою жизнь. Иешуа является нашим якорем. Это наша основа. Это наш Спаситель. Вы знаете, что Агарь была египтянкой, которая была отдана в подарок фараонам за одну ситуацию, которая произошла. Она была, послушайте, о чем я говорю. Помните, говорил, что откуда ты идешь? Этот призыв, который связан с исходом из Египта. Основой для спасения Израиля и всего мира. Она была египтянкой, подаренная Аврааму и Саре взамен того, что произошло там. Со всем тем, что они имели. Бытие, 12 глава, 14 стих, я буду читать. «И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что жена его весьма красивая. Увидели ее и вельможи фараона,
и похвалили ее фараона, и взята была она в дом фараона. И Аврааму хорошо было ради нее. То есть ему хорошо было, потому что ради нее что-то какой-то был Колым, наверное, дан был, да? Вот, да? Ну, так я понимаю здесь. И был у него мелкий, крупный скот, и ослы, и рабыни, лошаки, и верблюды. То есть фараон весьма щедро одарил. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамова. И призвал фараон Авраама и сказал: «Что ты это сделал со мной? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Для чего ты сказал, она сестра моя? И я взял бы ее в жену. И теперь вот жена твоя, возьми ее, иди». И дал о нем фараон повеление людям, и проводили его, и жену его, и все, что у него было. Вместе с этим был подарок маленький, называемый Агарь. Другими словами, Агарь избежала наказания, которое было на всем Египте за Сару. Слышите, нет? Она избежала, я не знаю, язвы, то ли какое-то еще другое наказание, и ставшей частью семьи Авраама. Об этом подумайте. Она была подарена для того, чтобы избежать. Чтобы уйти, выйти из Египта. И вопрос остается для каждого из нас сегодня. Откуда Бог тебя забрал, вывел? Откуда? Откуда ты пришел? Возможно, у нас жизненный кризис. А он у каждого есть. У каждого из нас есть кризис, и ты просто чувствуешь себя плохо, реально. Ты плохо чувствуешь себя в Божьей семье. Может, от самого Бога тебе плохо. Возможно, заботы этого мира отяготели тебя, и ты призываешь такое состояние, чтобы лучше где-то сбежать вообще от всех. Подумайте еще раз над этим вопросом. Посмотрите, куда и откуда ты пришел. От какого Египта Бог тебя избавил? Я верю, что этот вопрос очень реальный. Я думаю, что эту историю будете смотреть немножко по-другому, историю Агари. Второй вопрос, который он задает, ангел Господень: а куда ты идешь? Он ее встретил на пути куда-то. Разве Бог не знал, куда идет? Она и шла в Сур. Если вы не знаете этот город, то город Сур находился на севере-востоке, вернее, на севере-западе пустыни, на границе с Египтом. Куда она и шла? Она и шла в Египет. Как это перекликается с тем, что Бог говорит: «И не веди народ мой обратно в Египет, потому что я тебя оттуда забрал». И вывел. Если мы тяготеем думкой возвращения в Египет, того, откуда нас забрал Бог, из того хаоса, дома рабства, в котором мы жили раньше, ситуация, и прошло, может быть, времени много, обетований, которые Бог обещал, они не исполнились у вас. 10 лет прошло, 20 лет прошло, может, 30 лет прошло, ничего-то не изменилось, даже жизнь, как верующий человек, как что-то не изменяется, и у вас есть мысль: так там было прикольно вообще-то так. Как мы веселились, что-то накурились, и так весело было, нормально. А когда гуляли со своими друзьями, вот зажигали. Может, туда вернуться, где, ну, как бы так, нас ожидали. Притча 29. Без откровения свыше народ не обуздан. Слово «не обуздан» – развращен. И делает то, что хочет. А соблюдающий закон блажен. Если нет откровения, куда ты идешь, куда ты возвращаешься, тогда ты страдаешь из-за своей глупости и твоего вероломства.
Ты просто хочешь все поставить на свои места. Без откровения нет надежды. А без надежды нет будущего. Римлянам 8 глава. Мне нравится это место. Ибо мы спасены надеждой. Надежда, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит того, чего ему не, то, чему, на что надеется. Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем с терпением. Вера есть, да? Без откровения нет надежды, а без надежды нет целей. Куда идти? Что делать? Когда мы все это теряем, то есть надежду, цели, откровение мы теряем, мы склонны вернуться обратно в Египет. Мы склонны, нас так и тянет немножко как бы расслабиться, не оставаться в Доме Божьем, в семье Божьей. Почему? Потому что немножко как Сара здесь поступили со мной, да? Немножко мы там начали преследовать и некоторых людей. И мы так чувствуем, как Агарь себя. Что с этим делать? Бежать. Бежать куда-нибудь. Павел Филиппийцам пишет: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед». Другими словами, я забываю, где я был, то есть куда мне хотелось бы вернуться, я буду пытаться прийти вперед. «Стремлюсь к цели и почести высшего звания Божия в Иешуа Мессии, Иисусе Христе». Вот куда я иду, вот где мое стремление. Каждый в этом зале имеет Божие призвание. Еще до вашего рождения Бог определил для вас ваше призвание. Делать то, что необходимо сделать для Божьей цели. Бог готовил для вас предназначение исполнить. Просто подумайте то, чему вас Бог призвал, когда вы первый раз познали Его. Что, о чем вы мечтали, что хотели делать. И сделать это реальностью. Сделайте. Дайте то место Богу, где будет иметь видение. Где Бог видит нас, и Он сопровождает. Где есть видение, там есть надежда. А надежда, она никогда не постыжает. Да, может быть сложно. Может быть не совсем, как хотелось. Но Агарь сделала то, что произошло. Она сбежала. И во время того, как она направлялась к Египту, может быть, и вас тянет там идти обратно, бросить все, что вы делаете. Посмотрите, что делает Бог. Ангел Господень сказал ей, 9 стих. «Возвратись к госпоже своей, покорись ей». И сказал ей ангел Господь: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества». И еще сказал ей ангел Господь: «Вот ты беременна, родишь сына, наречешь имя ему Исмаил, ибо услышал Господь страдание твое». На пути ты должен что-то сделать, услышать, послушать другие. И там Бог обновит твое видение, даст тебе надежду. Это первое место, где Писание, где Бог, вернее, ангел Господень является человеком. До этого мы не видим места, где ангел Господень появлялся. И через три главы мы видим сопровождение еще двух остальных. Этот же ангел торгуется с Авраамом о Содоме и Гоморре. Ну, это еврейское дело, тема, понимаете, да? Поторговаться немножко о том, уничтожать или не уничтожать. За 10 или за 50? Да? Ну, если за 10, то чуть мало. А также он борется, этот ангел борется с Яковом. Кто этот ангел? Да, правильно. Это некое состояние Господнего присутствия, да? Тот Иешуа, который потом станет Мессией. Машиах, спасающий и определяющий народ. Смотрите, он не только спасает прародительницу арабского народа, он просто делает ей предложение, от которого она не может отказаться. Иди возвратись. Возвратись к своей госпоже, покорись ей. Многие могут быть разочарованы в своем крестьянстве. Может быть, вас не исполнят ваши мечты. Многие даже уходят из общины,
или из общины, церквей, потому что есть обида. Но иногда Господь хочет остановить и обновить твое желание, то есть твою мечту. Дать, вдохновить тебя, чтобы ты жил для цели. Мы очень с вами похожи на Агарь. В это нелегкое время, приглушенными проблемами, возможно, в решении собственными силами, проблемы тяжелые, которые мы переходим, может быть, здоровье, может быть, ситуация в семье. Бог хочет сказать наше сердце, что Он пастырь добрый. Он хочет повести нас, Он хочет стать нашим гидом по жизни. Дом молитвы для всех народов. Он хочет вернуть нас в дом Авраама. И сегодня Бог желает утешить словами, которые Он сказал для Агари. «Эль-Рои, я Господь, который видит тебя». Я хочу сейчас позвать людей, которые, возможно, как Агарь чувствуют себя. Возможно, вы были чем-то обижены госпожой своей, людьми, может быть. Возможно, это ваша домашняя группа. Возможно, это еще ваша община или церковь, куда вы приехали. Возможно, какие-то люди сказали вам слова, которые заглушили вот ту радость, которая у вас была. То семя, которое Бог положил в вашу жизнь. Услышите меня очень, очень правильно. Возможно, вы ожидали исцеления какого-то или же чуда в своей жизни. И вы верили очень сильно, уже прошло какое-то время, и разочарование пришло, и хочется вернуться обратно в Египет. Вопрос Божий стоит ко всем нам, ко мне в первую очередь. Откуда ты пришел? Куда ты идешь? Уф, смотри глубину. Мы сейчас встанем наши ноги. И если вы сегодня чувствуете себя беглецом, потому что от благоволения, расположения и доверия вдруг в один момент вы превратились в изгоя и ненужного, чувство досады, оно просто переполняет ваши чувства, вот эмоции. Бог хочет встретиться с вами, хочет сказать вам, задать вопрос, вообще, ты понимаешь, откуда я тебя забрал? Из дома рабства в семью обетования. Потому что община Божья – это семья обетованная. Обетование, которое здесь. Бог говорит, я буду находиться среди своего народа. Одиночество и побег – не решение вопроса. Услышьте меня правильно. И Бог спрашивает, вообще, куда ты направляешься? Прячешься обратно? Может, тебя это гложет так сильно, что уже хочется все бросить. И где-то в какой-то момент ты потянулся за сигареткой, за стаканом. Возможно, где-то хочешь сделать сделку и не все говоришь, как нужно. Где-то лукавство пришло в сердце, и ты думаешь, как мне исправить мою позицию? Обетование никогда не приходит легко. Я хотел бы помолиться за вас. За тех, кто нуждается в исцелении. Возможно, в свободе. Потому что Бог видит больше. Еще до того, как израильтяне вышли из Египта, и стали многочисленны за сотни лет. Бог говорит Агаре, я хочу благословить тебя.
твое семя хочу благословить. Ты станешь прародительницей народа. Услышать не мусульман, а народа, который будет многочисленным. И дано обетование, на него захотят положить руки, он будет взять руки на всех. Для тебя сегодня есть надежда. Ашем. Во время этого поклонения, во время этой молитвы, я прошу, чтобы вы не стояли на одном месте, а просто подумайте. Продумайте, где я нахожусь, куда я собрался. Если вы смотрите нас в прямом эфире, я к вам обращаюсь, я к вам тоже. Откуда ты пришел? Куда ты идешь? У Бога есть ответ для тебя. Обрати лицо свое ко мне. Ответь на мою нужду. Эл-Рои. Бог, видящий меня, обнови, исцели, обрати мою горе. Обрати это в благословение, в счастье, которое я буду переживать. Возьми позвать сейчас наших лидеров, домашних групп, служений. Подойдите, помолите, возложите руки на больных, на людей, которые здесь, которым нужен ответ от Бога. Николай, Валентин. Лидеры служения, выходите. Нам нужен Ты, Господь, в Твоей пустыне. Мне нужен Ты, Бог, потому что я нуждаюсь в Тебе. В Твоем слове встреть меня на пути. Прикоснись, спроси меня мои тяжелые вопросы. Превознесу Твое имя, Иешуа. Превознесу Твое имя, Иешуа.
всякий дух удручения, разочарования, обиды. Всякий депрессионный дух, унижающий личность спасенного, искупленного, омытого, верующего человека, надеющегося на Господа, всякий дух давления, ты оставляешь те дома, в которых ты поселился, всякое слово разочарования меняется на слово обновления, на слово радости и надежды. Господь, мы говорим всякому удручению, ты не имеешь места во мне, и ты не изгонишь меня обратно в Египет, потому что Бог завещал не возвращаться в Египет, дом рабства. У меня есть одна надежда, одно обетование — быть там, где ты. И Господь, сегодня я обещаю сделать все, чтобы дойти до этой цели в Иешуа Мессии. И всякая записка, всякое прошение, Господь, да ответится, чтобы народ твой стал в радости, как Агарь, которая приняла, подчинилась, пошла и осталась в доме Авраама, где было ей место. Возможно, она не стала его больше супругой, но она стала слугой в доме, который для нее было убежищем, с которой было связано все обетования, с домом, который дальше распространился на все концы земли. В доме, где пришло обещание спасения всего мира. И ты можешь стать этой частью. Ты стаешь частью этого дома. Услышьте, ваше призвание. Ваше призвание. Ваше призвание. Никогда не возвращаться обратно в Египет. Агарь никто не ждал в Египте. Ей не было там места. Не было. Потому что ее оттуда отправили. Ее подарили. Ад отдал нас в руки Мессии. Может быть, это будет откровение. Отдал, потому что мы куплены драгоценной ценой. И я вам скажу, они никто, то есть бесы и все остальные не ждут вашего возвращения. Они не ждут, разве что вы сами позволите себе туда возвратиться. Одно, что у Бога есть, идти вперед. Возьмите за руки. Помолюсь, это молитва. Сейчас. Молитва Аарона, которая оставлена для всех, не только для евреев, для всех. Иешуа вознес свои, во время вознесения поднял свои руки и благословил. И это поднятие рук, это была священническая позиция. И Иешуа в то время уже был тот человек, который принес себя, да, как первосвященник. Мессия, принесший себя в жертву за все на человечество. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим, помилует тебя. Да обратит свое лицо Господь на тебя. То есть сейчас Он повернется к тебе, своим лицом улыбнется и изменит твою жизнь. Иса Адонай панавилеха всем леха шалом бешем Иешуа Машехейну. Амин. Лидеры здесь останутся впереди. И если вам нужна молитва за что-либо, просто подойдите к ним. Или меньшего служения, в избранности или неизбранности. Есть люди, которые молятся, и этим людям дана возможность здесь помолиться. Если вам нужна молитва, вы просто подойдите.
за вас обязательно помолятся. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общины Орхамашиах, Бетель и других общин, которые в содружестве, не является исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.